Всем привет! И сейчас мы разберем композицию, которую все слышали, но мало кто знает ее название. А называется она «Le petit fil de la mer», что в переводе с французского означает «маленькая девочка у моря». Написана она была греческим композитором Вангелисом для документального сериала о царстве животных. Ноты с табулатурой, как всегда, в описании под видео, а далее разбор. Аранжировка несложная, все играется в одной позиции, на простых базовых аккордах, без барре. И темп, ну, средний темп, не быстрый. Единственное, что при исполнении я использовала каподастр на четвертом ладу. И если играть с каподастром, то будет звучать в оригинальной тональности. Тональность до диез минор получается. При разборе я буду играть без каподастра, потому что не у всех он имеется. Но вообще именно эта композиция лучше, конечно, звучит именно с каподастром. Поэтому имейте в виду. И разбирать будем по фразам. Фразы 4 такта. Итак, первая фраза. Здесь идет мелодия и заполнение по аккорду, да, на арпеджио. Мелодию старайтесь играть громче основную, а заполнение чуть тише. Итак, зажимаем аккорд ля минор, вторая на первом, третья и четвертая на втором. И правой рукой играем первую безымянным пальцем и пятую в басу большим, соответственно. Аккорд держим и заполнение, которое играется чуть тише, указательным четвертая, дальше безымянным вторая, четвертая снова указательным, третья средним и снова вторая безымянным. То есть у нас вот аккомпанемент, мы вот этими тремя пальцами играем. А бас на первую долю большим. Все, дальше аккорд можно отпустить, четвертую на втором оставим, играем шестую. Дальше четвертая вот указательным, вторая открытая, вторая первый лад, вторая третий, первая открытая. И вернули аккорд ля минор, как в начале был. Играем вторую с пятой, вторую играем безымянным пальцем. И дальше четвертая указательным, средним третья, вторая безымянным. И возвращаемся третья средним. Указательным четвертое. Все, аккорд меняется. Также средний палец у нас остается на четвертой струне, а указательным зажимаем третью на первом. И играем вторую с шестой. Четвертая на втором, да, у нас. Дальше третья на первом, четвертая на втором. И первая открытая. Вот 4 такта. Давайте сыграем их еще раз с метрономом. Метроном ставим такой же темп, как при исполнении, в принципе, 90 ударов в минуту, но будем играть в 2 раза медленней. Учиться. Дальше эти 4 такта повторяются без изменений, абсолютно так же. Следующая фраза. Зажимаем аккорд ля мажор, то есть на втором ладу вторую, третью и четвертую. Можно зажать безымянным, средним и указательным. Играем третью с пятой. Дальше четвертая указательным. Дальше вторая, четвертая, первая, снова четвертая. Теперь мизинцем первая на третьем. Третья, первая на первом. Указательный переставляем. Третья и первая открытая. Третья.
третья, на втором вот до этого места мы ее держим. Дальше все, аккорд меняется. Здесь на аккорде ре минор будет два такта. Сначала просто зажимаем третью на втором и вторую на третьем. Играем открытые четвертая и первая. Старайтесь их не заглушать и аккуратно играем заполнение. Третья, вторая, третья, вторая, третья. Дальше играем также, аккорд держим, вторую с четвертой, теперь третья, вторая. И указательным еще зажимаем первую на первом. И возвращаемся, вторая, третья. Теперь пройдем эти четыре такта с метрономом. Следующие четыре такта. Здесь мы сначала зажимаем просто шестую на третьем безымянным пальцем. Играем шестую с третьей, да, третью средним пальцем играем в правой руке. Дальше четвертая указательным, вторая, четвертая. Теперь вторую мизинцем зажимаем на третьем. Четвертая. Теперь вот бас старайтесь не отпускать. Здесь, если тяжело, то здесь только отпустите, но до конца вот этого такта, который мы сейчас играли, додержите. Дальше первая на первом безымянным играем, третья указательным, первая открытая, третья и вторая на третьем, третья открытая. Все, вторую на третьем сразу нужно было зажать мизинцем, он остается на месте и добавляем еще... Третья на третьем безымянным, четвертая на третьем среднем. И указательным нужно будет дотянуться до пятой на первом. Вот это, наверное, самый сложный здесь аккорд будет. И играем вторую с пятой. Также вторую безымянным мы сыграли. Заполнение идет четвертая указательным. И подряд третья средним. Вторая безымянным. И назад возвращаемся. Третья средним и... четвертый указательный. Все, вот эти три пальца можно просто вот указательное убрать и сдвинуть вот сюда на второй лад. Аккорд ля мажор у нас вернулся. И играем также вторую с пятой. И четвертая, третья, вторая. Здесь небольшая остановка как бы идет. Давайте пройдем с метрономом. Возвращается аккорд ля минор, вторая на первом, четвертая, третья на втором. И играем так же, как в начале у нас было, вторую с пятой, вторую безымянным играем. Указательным четвертая, дальше третья, четвертая, третья, четвертая. Да, вот эти первые струны, бас и вторую струну, которую мы сыграли. Старайтесь не задевать, не заглушать, чтобы звук тянулся. Дальше. Пятая на втором, можно сразу зажать четвертую на первом указательном и третью на втором. Играем пятую со второй, тоже дальше идет заполнение, четвертая, третья, четвертая, и вот здесь мизинцем дотягиваемся, четвертая на четвертом. Все, отпускаем, указательным зажимаем третью на первом и средним четвертая на втором, играем третью с басом, с шестой струной. Дальше четвертая указательный. Безымянный вторая открытая. Снова четвертая, вторая, четвертая. И
такое же будет заполнение. Бас играем шестую. И также четвертая, вторая, четвертая, вторая, четвертая. Да, все на одном аккорде держим его. И старайтесь его прям тихо-тихо сыграть. Пройдем с метрономом. Следующая фраза начинается так же. Два такта повторятся у нас из предыдущей фразы. Итак, два такта мы повторили на аккорде ля минор. На вот этом аккорде это си мажорный септаккорд. Четвертую на четвертом сыграли. И дальше зажимаем уже весь аккорд ми мажор, то есть третья на первом указательном. И четвертая и пятая на втором ладу. Играем третью с шестой. И дальше заполнение. Пятая, четвертая, снова третья, четвертая, вторая. И в конце флажолет на двенадцатом ладу. Пройдем с метрономом. Здесь небольшое замедление идет в конце части. И такой нюанс, обратите обязательно внимание, если вы будете играть с каподастром, да, на четвертом ладу, то флажолет, соответственно, у нас смещается. Он будет не на двенадцатом ладу, а на шестнадцатом ладу. Да. Это была первая часть, которая играется два раза, одинаково, без изменений. Давайте ее полностью сыграем с метрономом. Ну, сыграем один раз. Сам играется второй раз, затем идет следующая часть. Такая фраза. Здесь у нас ля мажорный септаккорд получается. Зажимаем четвертую на втором и вторую на втором тоже. Играем третью с пятой. Тоже третью старайтесь не задеть, чтобы она звучала. И аккуратно играем заполнение. Четвертая, вторая, четвертая, вторая, четвертая. Да. Дальше третья на третьем. И четвертую на втором оставляем. Играем сначала третью на третьем.
тоже ее держим, да, не задеваем. Играем четвертую вот на втором, пятую открытую, снова четвертая на втором и третья на втором. Все, можно отпустить. Безымянным зажимаем четвертую на третьем, играем ее. Тоже не бросайте сразу. Средним третья на втором, это заполнение. И тоже держим. И указательным первая на первом, играем ее. Повторяем третью на втором. Теперь первая открытая, снова третья на втором. Оставляем третью на втором. И мизинцем, ну, либо безымянным, зажимаем вторую на третьем, играем ее вместе с четвертой открытой. Дальше вот третья на втором повторяется. Дальше указательным вторая, первый лад. Третья также держим и вторая открытая в конце. Пройдем с метрономом. Фраза. Дальше. То есть пока вторую играли, нужно зажать вот такой аккорд мизинцем третья на втором и указательным четвертая на первом. И безымянным сразу также пятая на втором ладу. Играем четвертую с третьей. Не заглушаем. Играем пятую, вторую, четвертая, вторая, четвертая. Вот пальцы у нас на месте остаются. И средним пальцем зажимаем вторую на первом. Играем ее. Также держим и доигрываем заполнение. Четвертая. Пятая, четвертая, и дальше мелодия пошла. Аккорд держится, третью играем на втором, и вторая открытая. Здесь можно весь аккорд отпустить. И зажимаем третью на первом, четвертую на втором. Играем заполнение. Сначала шестая открытая, и дальше четвертая, третья, четвертая, третья, вторая, первая, четвертая, третья, четвертая, третья, вторая. Да, старайтесь максимально, чтобы звуки тянулись, ничего не заглушать. Бас тоже тянется до конца. Пройдем с метрономом. Вот вторая часть такая, небольшая, буквально две фразы, но давайте все равно проиграем ее целиком с метрономом. Здесь тоже идет замедление к концу части. Вот мы ее сыграли. И снова повторяется первая часть. Да, мы переходим на начало. Повторяется у нас буквально три фразы. Да, первая фраза, которая игралась у нас два раза одинаково. Затем вторая фраза. И после второй фразы мы переходим сразу уже на окончание. То есть мы сыграли 12 тактов, получается. И переходим на окончание. Ну, давайте
давайте вот эти три такта разберем. То есть здесь также аккорд ля минор, зажимаем полностью и играем вторую, третью, четвертую, пятую, либо вместе, да, либо арпеджировано по очереди как бы. Дальше вторая открытая, третья на аккорде, да, третья на втором. Дальше вот здесь внимательно тоже смотрим, третья на втором остается у нас безымянным. Средний переставляем вот сюда, вторая на первом. И указательным также зажимаем на первом четвертую струну. И играем вот эти струны, которые зажали. Да, три струны. Все, дальше аккорд ми мажорный. Можно не полный зажать, просто третью на первом ладу, четвертую на втором, как мы везде зажимали его. И также играем вместе вторую, третью, четвертую и шестую в басу. И еще доигрываем на шестой струне три раза ее. Такой ритм. И это очень тихо играется. Дальше идут фразы, похожие на те фразы, которые были в начале, но немножко изменится мелодия. Вот 4 такта, в принципе 2 такта мы разберем, и они же повторяются. Также аккорд ля минор зажали, играем пятую с первой, четвертую, вторую, четвертую, третью, вторую, также шестая, четвертая на втором, и вот здесь внимательно вторая открытая, вторая первый, вторая третья, и в конце вторая открытая. Вот, 2 такта. Они играются в общей сложности 3 раза. И на 4-й раз меняется вот этот второй уже такт. На вторую вольту, да, как бы мы переходим. Мелодия поменяется. Вначале также играем 6-ю открытую. 4-я на 2-м. И дальше 2-я открытая. 2-я на 3-м. 1-я открытая. И вторая открытая. И дальше аккорд ля мажор мы зажимаем также на втором ладу. Вторая, третья, четвертая. Играем по всем струнам, можно сыграть. Да, от пятой до первой. Аккорд держим и на нем еще доигрываем. Четвертая, третья, вторая, первая. Первая на пятом. Дальше флажолет на 12-м ладу, первая, да, можно либо так сыграть, либо как искусственный флажолет, то есть указательный палец правой руки я прислоняю вот над 12-м ладом, над порожком, и безымянным пальцем цепляю первую струну, да, чтобы левую руку не переносить туда-обратно. И затем зажимаю первую на 5-м. И тоже здесь уже теперь искусственный флажолет на 17-м ладу таким же образом. Вот после 17-го лада порожек, над ним я держу указательный палец и безымянным пальцем цепляю первую струну. Получается флажолет. И опять же обращаем внимание, если мы играем с каподастром, да, окончание вот мы сыграли на аккорде ля мажор, да. Затем здесь уже лучше, чтобы не отпускать аккорд, я играю искусственный флажолет на 16-м ладу. И последний флажолет, когда я зажимаю снова первую на 9-м ладу, получается, я уже играю вот здесь в конце, вот, на 21-м ладу. Так, давайте пройдем с метрономом вот это окончание, то есть последние фразы, и аккорд, и флажолеты. Второй раз играем. Третий раз. И четвертый.
окончании уже играется свободно, без метронома. И давайте пройдем всю вот эту третью часть целиком сначала, с переходом на окончание. На этом, собственно, все. Желаю вам удачи, успехов, терпения и до новых встреч. Пока!